Короче, друзья. Вот, да, у меня... А теперь моя школа. Ну, покажи, на что ты способен. Смотрите, держи. В общем, сейчас я вам все расскажу. Это все вообще полная чепуха, на самом деле. Вот. Сейчас, берете, короче, гитару, любую вообще. Какая вам нравится? Бас, там, акустика, электро. Все одно вообще. Нет никакой разницы. Ну, я возьму сегодня свою. Вот, и вы, ну, в общем, начинаете играть. Вот, сейчас я сяду на место мастера. Какой мастер? Ломается. Вот, в общем, вы начинаете играть свою первую... Нет, ну, наверное, уже не первую в жизни песню. Вот вроде... И тут у вас ничего не получается, вы опять пробуете. И думаешь, опять не получается. Вот, ты начинаешь злиться. И вроде опять хочешь попробовать. Что ж такое? Вот. И как бы, если нервы доходят до самого конечного предела, когда уже нет никакой возможности терпеть, для этого у каждого гитариста должен быть еще один инструмент, вот, без которого не обойтись никак. И у Илюши он тоже есть. Каждый в кармане, каждый великий гитарист в кармане держит вот примерно такой молоток. Вот. И если как бы у вас вот, ну, по жизни никогда не получается нормально играть на гитаре, то просто берете и вот все разносите вообще в клочья. Вот, и идете на столярный завод и изготовлять фрезерные гайки и призонные болты. В общем, в этой жизни кому что. Если не повезло с гитарой, то занимайтесь еще чем-то интересным. Вот. Не надо отчаиваться никогда. Все, до свидания. Всем спасибо. Так, корпоративчик. Так, мне и корки, пожалуйста, наложите вот там. Да. Угу, спасибо. Начинаем с главного. Все овощи мы должны помыть. В первую очередь займемся баклажанами. Руки. Мыли? Угу. На ней уже, видите, нет кнопочки, на которой ее можно отключить. И, в принципе, вот она называется Marshall Governor. По-русски это звучит, наверное, не так, как бы, убедительно. Но Governor – это правитель, да, по-моему, начальник. Ну вот, Marshall Governor GV2. Флажолет. Ну, сначала нужно, конечно, научиться брать флажолет. Может быть, это кому-то будет трудно поначалу. Саш, ты в кадре появился, так помаши ручкой. Чё ты там? Операторы тоже имеют право на славу. Ну что, подробно или не скучно? Занудно? Нормально? Не, нормально, если бы я хотел чисто прям песню разучить, вообще самое то. Ты как мой этот самый, знаешь? В фильме. Да. Ну как я? Великолепно, просто великолепно. Фантастика. Да. Ты был невообразимый. Давай я что-нибудь делаю, ты меня окликнешь. Я, короче, песню хочу подобрать. Да вот. Ты че? Да, и никак не могу понять, как вообще они подбираются. У меня все никак не получается. Вроде что-то похоже, но не попадаю часто. Что с этим? Очень хороший вопрос. Хорошо, что ты спросил. Сегодня наша программа посвящена тому, как подбирать песни. Диалоги о рыбалке.
берем блесну на 8.20. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы хотим предложить нашему вниманию. Он номер 73. Стадикам. Стадикам. Постановление. Это, в общем, камера, которая постоянно... Самое классное, что микрофон у меня, и пишет он здесь. Желаю вам удачи и поднимаю за вас вот этот бокал воды. И в особенности мне хочется поднять его за человека, который несколько часов подряд держит в руках камеру, и должен вам признаться, что это очень нелегко. Друзья, давайте все поблагодарим Александра, который с такой самоотверженностью и с таким чувством долга много часов подряд без еды и воды работал над этой передачей, снимал ее, и несмотря на раны, полученные, на служебные травмы, на профессиональный риск, он все-таки выполнил свою работу. Пора браться за инструменты.